А еще у них есть вот такая вот закуска, это вот куриные ножки. Но вот еда у них очень какая-то безвкусная, непонятная. Ну, и они все худощавые, очень худощавые, полных людей тут увидеть, по-моему, невозможно. И такой момент, вот девочки у нас 20 лет, они выглядят как 14-летние, но новое поколение, оно прям такое очень рослое. Прям девочки 11 лет выглядят на 16. Ну так вот. Смотрите, с ложкой, такой вот дебильной ложкой, она будет 32 с петличкой. Вот это вот что за соус, я не знаю, но, по-моему, это васаби. Обойдемся. Миллион разных соусов у них. Еда как-то такой вкусной я пока еще не пробовала, чтобы меня впечатлило. Насчет мидии. Вот мы закупились. Мидии. Они прям обожают эти мидии, едят ее тоннами. Может быть, они не умеют эту мидию готовить. Это вообще ни о чем просто. Вот, вообще ни о чем. Вот, видишь, что красивая ракушка. Вот, ты пробуешь, это непонятно что, короче. Но такая масса, такая, скажем так, упругая масса. А это что у нас? Папайя, по-моему, да. Это вот папайя. Упругая масса, малюсенькая, вот такусенькая. Она там меньше семечки размером. Вот ее берут. Вот это вот яблоко местное. Надо вот такое попробовать. Но попалась на рынке, может быть, купим. А это джекфрут. Вот эту вот часть едят. Желтую часть. А еще вот у них виноград, вот он стоит 100 тысяч на наши деньги. Вот смотрите, какие размеры винограда. Не огромный. Яблоки, конечно, здесь дело дорогое.